за решеткой в Омской области сейчас находится 10 тысяч человек. В прошлом году их было 15 тысяч. Такую статистику привел сегодня начальник УФСИН России по Омской области Сергей Корючин. По его словам, несмотря на снижение количества заключенных, преступный мир помолодел, а, цитата, «качество преступности увеличивается», конец цитаты. Тем не менее, в управлении службы исполнения наказаний ведут активную работу по исправлению осужденных. С задачами мы своими справились, сложности при выполнении этих задач, в принципе, как и во всех федеральных структурах, это сокращение финансирования произошло с присоединением нового субъекта, но каких-то осложнений при недофинансировании на сегодняшний день не вызвало в работе подразделений. Немножко, будем так говорить, сокращены направления улучшения условий содержания. В колониях осужденные привлекаются к работе медленно, но развивается промышленное производство и сельское хозяйство. Сегодня подразделения практически на 100% обеспечивают себя овощами. Растет количество зерновой продукции. Также осужденные имеют возможность получить специальность по 56 профессиям.